Олимпиада IT-планета – одно из самых масштабных профессиональных соревнований в области информационных технологий в России. Впервые сильнейшие программисты из бизнес-структуры и образовательных институтов России и стран СНГ собрались в 2007 году в Краснодаре. Спустя 10 лет лучшие айтишники вновь посетили Краснодарский край. Площадкой для финала Олимпиады стал Сочи. Это совершенно замечательно. Это в духе современного времени. Это то, что сегодня востребовано во всем мире. Это то, что сегодня востребовано на многих предприятиях. Это совершенно замечательное будущее для наших студентов. Главная задача такого мероприятия – способствовать повышению качества образования, поддержке талантливой молодежи и повышению кадрового потенциала отрасли. Ведь все задания, которые выполняют участники Олимпиады, разрабатываются непосредственно будущими работодателями. Это позволяет юным специалистам окунуться в атмосферу реальной трудовой деятельности. Кстати, старт Олимпиады был дан 1 декабря 2016-го онлайн-тестированием всех желающих. Затем прошли творческие конкурсы и практические задания. В итоге среди 17 тысяч участников из 12 стран мира в финал вышли 350 молодых специалистов в IT-сфере из России и стран СНГ. До 5 июня участники финала Олимпиады покажут свои практические навыки в 15 конкурсах по 6 номинациям. Участникам финала необходимо будет решать конкурсные задачи, кому-то нужно будет защищать свои работы, которые были разработаны в рамках отборочных этапов. Это самые интересные творческие конкурсы. Мы приглашаем всех понаблюдать, желающих, за тем, как проходит защита. И отдельно хочется отметить, что в рамках финала пройдет конкурс «Робофабрика». Завтра в рамках Олимпиады пройдет образовательный день. Для участников запланированы мастер-классы от ведущих экспертов в IT-сфере. Лекции пройдут до конца дня в Российском международном олимпийском университете. Посетить их могут все желающие. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.